Ну вот, друзья, видите, что творится? Догорает. А как? Интересно, кто поджег, конечно. Такие дела, друзья, видите, да? Кто-то где-то поджег. Так, а вот и вишенка. А вот и грибушки пособираем. Вишенка — это хорошо. Это мы сейчас посмотрим. И что надо соберем. Что это надо игнорить такие вещи, да, Зарух? Красота. Ну вот, друзья, как я вам обещал, копченые грибы. Я прав? Смотрите, какая красота. Вот моя рука, вот грибочки. Отлично. Такая красота. Зарух, если ты начнешь грибы искать, тебе цены не будет. Что там? Едет, чудо. Пробуй еще подлезть. И вот такой вот сюрприз в виде грибов. Полный, считай, пакет вешенки. Причем копченые вешенки, посмотрим. Ну, шутка, конечно, навряд ли она будет каким-то там вкусом, запахом обладать. Вот. Но зато было видно, где грибы растут. До новых встреч, друзья. Пока-пока.